куча видео по SkyWars, также прохождение нереально крутых и интересных карт в Майнкрафте. И также рубрика «Без мода». Все это вы сможете найти на канале Fox on Air. Заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, точнее в новую серию продолжения прохождения карты про ассасинов. И сегодня мы будем выполнять очередную миссию и посмотрим, чем же закончится история Альтаира, потому что за него мы играем на этой карте. Но, ребята, перед этим не забываем ставить лайк, я даю вам свое слово, то что как только мы с вами наберем 2500 лайков на вот этой серии, то сразу же выйдет новое видео, ребята, запомните это. Поэтому не стесняйтесь, ставьте лайки, я буду очень сильно этому рад. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, и я буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков и потратите на меня 2 секунды на лайк, на подписку. Я буду этому очень сильно рад и выпущу новое видео как можно быстрее. Больше не тянем, и, ребята, приступаем к самой серии. Ну что, ребята, мы будем приступать, спускаемся в наш подвал, звук все нормально, все установлено, и сейчас, ребята, мы будем приступать к очередной миссии, посмотрим, что же это будет за миссия. Это у нас шестая, да, это у нас шестая миссия по счету, и она называется «Сторожевая башня», «Смотрительная башня», и я сейчас быстренько это все переведу и посмотрю, что у нас тут написано. Что-то вроде то, что король нам пишет, то есть Альтаир, Предатор, там, Арманд, Бушарт отправляется завтра в сторожевую башню, и было бы круто, если бы ты от него избавился. Это все, ребята, нам нужно избавиться от предателя, который предал нашего короля. Поэтому, ребята, не ждем и сразу же отправляемся на шестую миссию и посмотрим, что нам нужно будет тут сделать. Что напишем в чат? То есть, кажется то, что я не смогу пробраться в сторожевую башню отсюда, потому что тут куча стражников, и мне нужно найти другой путь, вход. Стражник, привет, а ну пни меня по заднице. Опа, а ну ты. Ты сильнее, да, ребята, вот этот, наверное, в качалку ходит, потому что ты какой-то слабачок, этот сильнее бьет. Да, я бы тебе посоветовал в качалочку сходить, ага, ага, да. А ты ему компанию можешь составить, ага, ага. Так, что там написано? Сторожевая башня, ты не сможешь оттуда войти, отсюда, точнее, нам нужно найти какой-то другой вход и выход. Puzzle Home, то есть дом каких-то пазлов. Ух, ты ж ни хрена себе, что это такое, ребята? Давайте вот эти красители можем сюда выложить, потому что они нам больше не пригодятся. Замечательно, это еще с предыдущей миссии, кто помнит. Что это такое? Смотрите. Ух ты! То есть, ты, наверное, одна из тысячи людей, которая сможет решить этот код. Угу. Ну, да, но... Вряд ли я... Круто. Да. Ты, курятина, нам сейчас поможешь. Код, нам нужно код. И только один человек из тысячи сможет решить вот этот код. Я не знаю, если нам действительно нужно туда, то я как-то не имею желания туда идти. Опа, что я получил? Стейк. Гриди-гриди, то есть жадный-жадный нам написал, то что я много раз хотел получить вот этот бесплатный стейк, и меня убили. Ладно, ладно. Зараза, да хоры меня убивать, я каждый раз... Так, ладно, все, я понял, не будем наступать больше на вот эту нажимную плиту. Ух ты ж... Ты что, да, охренеть, да, что вы на меня все загрелись? Я вообще тут мирно и хожу, просто-напросто обстановку смотрю, что у нас тут изменилось, а вы... Опа, похоже паркурчик. Похоже паркурчик, я уже понял, куда нам нужно идти. Ребята, когда мы будем сейчас проходить паркур, я хотел бы вам сказать то, что вчера у меня открылся новый сервер Майнкрафта. Он на версии 1. Пока. Он на версии 1.8, и это обычная ваниль, ребята. Ссылочка на сервер есть в описании, также IP сервера есть в описании. В любой момент заходите с пиратки, с лицензии, ребята, я буду очень сильно рад, если вы, да твою мать, если вы присоединитесь ко мне на сервер, потому что... А я там тоже иногда буду играть, я иногда буду там даже серии, наверное, с вами записывать. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, заходите и будем вместе все играть на одном сервере. Я действительно буду очень сильно этому рад. Ссылочка, ребята, есть в описании. Стражники, стражники-воняжники, идите сюда, паскуды. Опа, опа. У меня стрел нету, я... Опа, так, что у нас тут есть? Сундучок, сундучок... О, с помощью этого
топорика я могу ломать? Опа, я могу ломать, ребята. Дерево. Что у нас тут написано? А, то есть нам нужно ломать... Я не знаю, нужно ли нам ломать, но написано то, что я могу это ломать. Но я не знаю, нужно ли нам это делать. Вашу... На... Ох ты ж, ёшкин... Иди сюда. Да дай мне тебя уже наконец-то убить. Замечательно. Так, я не знаю, ребята, нужно ли нам вот это ломать. Там написано то, что использовать вот это... То есть использовать вот это для того, чтобы ломать дерево. Но я не знаю, нужно ли нам вообще вот это делать. Я не знаю, может тут есть какой-то секретик. Есть тут какой-то секретик, а? Или нету тут какого-то секретика? Хрен его знает. Опа. Опа, бесплатный хапчик, замечательно. Ух ты ж, них. Пока. Ребята, я просто подошел поздороваться. Ну что вы такие бессовестные? Ох, убегаем. Пока. Окружили засранцы, засада со всех сторон. На тебе, никого не впустим, никого не выпустим. На. Так, опа, сейчас, замечательно. Тут, ух ты ж, ни хрена себе. Главное туда не падать, это самое главное. Главное туда не падать, потому что если я туда упаду, жопа сразу настанет, даже не спросит, нужна ли она нам. Опа, да, вот этот меч нам и нужен. Ну, в принципе, хорошо то, что я сюда пошел, потому что тут куча сундуков, я не знаю... А будет ли тут что-то крутое? Будет ли тут что-то крутое? Так, замечательно. Все сразу забираем и все. Я вроде все забрал. Здрасте. Здрасте. Не достанете меня тут. Нужно, ребята, уходим на верхний этаж. И тут тоже куча... Опа, по ногам, пятки почесать. Итак, сюда идите. Так, замечательно. Дайте мне сюда залезть. Или лучше... Не, лучше не нужно. Пока. Как у вас там... Ух ты ж за мной последовал! На тебе! Нет, это мой этаж. Я, похоже, просрал... Нет, не просрал, все нормально. Я думал то, что я прокакал. Ух ты ж, ни хрена себе, скрытый клинок, но все нормально. Ух ты ж прям! Здрасте! А поговорить с заключенным. Так, это у нас башка голема. Тут у нас что такое? Поместить сюда ключ. Забираем сначала вот это. Какой ключ? Привет. А, приветики! Можешь ли ты мне достать акация вуд? У меня есть 9 штук. А, то есть из нижнего уровня. А, ты сможешь использовать топор для того, чтобы добыть дерево. Как ты только это сделаешь, принеси сюда. А поместить 16 стаков акации. Замечательно, ребята, то, что я уже хотя бы 9 штук... Итак, сюда. То, что я уже хотя бы 9 штук добыл, в принципе, нам еще осталось 7. Я надеюсь, то, что тут есть все необходимые нам вот эти. 10, 11, 12, 13 и еще, в принципе, так. Вот, я уже напугался, то, что одного не хватает. Он просто валялся, засранец. Вот так. Идем сюда. Я надеюсь, что големушка нам поможет и даст нам какой-то ключик для того, чтобы освободить in the first slot. В первый. Так. Я поместил. Не парь мне. Во, замечательно, отличная работа. Получай звезду. А все круто, я получил звезду. Все замечательно. И сейчас нам нужно найти какой-то ключик-караутчик. Но я не знаю, где он находится. Поговорить вот. О, наконец-то кто-то пришел. Кто ты такой? Я... I'm the envoy of king, то есть я какой-то помощник короля, я кто-то там бла-бла-бла, и они принесли меня сюда. Overthrow the kingdom, то есть я, короче, тебе помогу, но где ключ? Это ключ, наверное, находится на этаже выше от нас, но я беспокоен, потому что там очень много стражников, и лучше туда не идти. И там живет тот чувак, которого нам нужно задушить. Ну, того предателя короля, о котором была речь в начале. Ну, ладно. Вот этот меч у нас уже ломается. Его бы нахрен выкинуть. Потому что у нас есть запасной маленький такой пиу-пиу-пиу карманный меч. Нужно реально себе будет какой-то... Ох ты ж, ни хрена себе. Нужно будет реально себе какой-то меч получше купить, потому что это хрень собачья. Извиняюсь, ребята, за выражение, но это правда. Я только... Это правда! Правда, ребята! Иди сюда. Дайте мне вылезти.
Вот, иди сюда, на тебе, замечательно, три удара. А что у нас тут есть спрятано? Что нам написало в чат? What the... Кто меня в жопу убил, а? Ладно. Не знаю, что это за лаги. Так, я не наступал ни на какие плиты. Я ничего не нажимал. Дайте мне спокойно пойти туда, куда мне нужно. Я вижу сундучки. Ах ты ж. Не, не могу туда достать, зараза. Вряд ли я... Или как-то... Охренеть, как мне там... Я вижу сундук. Вот, ни хрена, ключ. Ключ, ребята. Я вообще не знаю, как я его там достал. Там очень... А, не, в принципе, нормально. А, и в принципе... О, там кто тут находится? Can't go up here yet. А ты пока что еще не можешь туда пройти. Ну, наверное, перед тем, как туда идти, нам нужно освободить носатого, ребята. Поместить сюда ключ. Вот. Опа, спасибо тебе! Freeze this horn place. То есть сейчас я чувствую себя свободным. Но цены у тебя, зараза, такие же не очень хорошие. Надеюсь, что я сейчас могу... Да, вот сейчас, ребята, как видите, лестница разблокирована, и я смогу пойти сюда вверх. Ю! Амбамбу-бучар! Привет, Альтаир! We shall meet again, то есть мы должны с тобой... Ах, опять! Ни хрена себе! Стой, стражники плохие, нехорошие, стражники в алмазных броньках, это не очень хорошо, у меня даже броньки нормальные нету, а вы на меня так, на тебе, так, сейчас, вот этого, иди сюда, дайте мне железный меч, так, скрытый клинок, мать твою, так, на, во, прям кулаком его запинали, что у нас тут написано, прыгни. Нет, спасибо, я откажусь. Не хочу. Так, куча, замечательно. Замечательно, это забираем, это тоже забираем. Что у нас еще тут есть? Ничего. У нас тут нет, у нас уже практически 200, ребята. Уже 200 монет. Есть ли у нас тут спрятанные сундучки под этим столом? Потому что любители тут есть такие, которые любят прятать... Под столом, под, не знаю, еще чем-то. А, так, куда нам нужно? Прыгай. Куда мне нахрен нужно прыгнуть? Я вижу там сундук. Прыгай. А, сюда, наверное. Аллилуйя! Ух ты ж, ни хрена себе! Вот это было реально эпично! Ну, конечно, я бы все ноги себе переломал, но все же эпично реально было. Прям зашкаливает. Дождь пошел, дождик, нехороший, дождик, не надо, прошу, не надо. Так, back to hub. Все? Все? То есть все, мы прошли. Ага, то есть этот засранец какая-то важная шишка, и так просто мы его не захватим. То есть, как вы поняли, мы к нему добрались, но не так-то это было просто, потому что он сбежал, и он даже в чат написал, то есть, привет, Альтаир, мы с тобой еще увидимся, и прям испарился. Поэтому мы его еще, наверное, встретим. Как называется седьмая миссия? The Interrogation. Прикольное название. Ну, посмотрим, что у нас будет, ребята, в следующей серии. Это все сразу забираем. И седьмая миссия. Это, ребята, мы все посмотрим в следующей серии. Но сейчас мы будем возвращаться. И также мы, наверное, возьмем алмазики. У нас в инвентаре есть. Тут у нас ничего. Круто. Алмазики у нас в инвентаре есть, но все же, ребята, идем сюда и поменяем. Так, привет. Это сюда. Сколько... Вот так, замечательно. Сейчас. Замечательно. И сюда. Замечательно. 21 алмазик. Показать. Так, мне нужно купить что-то нормальное, что нам будет служить долго и верно. Смотрим, ребята. Серия, в принципе, не скажу то, что долгая, потому что... А миссия все же получилась не очень большая, поэтому, ребята, сейчас мы будем смотреть, что это такое. Это какая-то ледяная палка, ага, и которая замораживает врагов. Но мне нахрен это не нужно знать, потому что мне нужно знать, сколько она урона наносит.
Summon the fireball when you... Mm-hmm. То есть, ну, призывает вот этот фаербол, с помощью которого ты можешь стрельнуть во врага. Это все круто, это нереально круто, но это мне нафиг не нужно. Это мне нафиг не нужно. Poison Dagger, это у нас обычный. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Это хрень такая мелкая, смотрите, ребят. Это зубочистка нахрен, это у меня в руке сейчас зубочистка. Идем сюда. Так, замечательно. Poison Dagger, который отравляет твоих врагов. А сколько он стоит, мне интересно? 18 алмазов, 18 алмазов. Куда его помещать нужно? А, поместить его в первый слот, и weapon will not work, то есть бля. То есть нужно его поместить в первый слот вашего хот-бара, если не туда, то он не будет работать. Ну что, ребята, покупаем? Покупаем, как думаете, покупаем, да? Ну давайте, посмотрим. Опа-на! Sharpness 1. Я не скажу, что это очень сильно крутой. И он, в принципе, мне кажется, очень... Круто. Я не знаю, что это было. А? Так. Deeper in the lens is a fine weapon. А ну? Ну, sharpness я-то вижу, но я не вижу какого-то отравления. Fine exposing of the land. Sharpness 1, но в принципе не скажу, то, что у вас очень сильно какой-то большой, большая разница. 4 урона, 5, 25. Ну, чуть-чуть. И у нас осталось 3 алмаза, будем... Так, господи. Все-таки уби... Какой-то суицидник нахрен. Суицид. А ну пни меня по заднице, пожалуйста. Спасибо. А и, ребят, на этом мы уже, наверное, будем заканчивать эту серию, потому что... А в этой серии мы прошли уже одну миссию, также прикупили себе новую зубочистку и посмотрим, на что она способна в следующей серии. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, потому что чем быстрее мы с вами сможем набрать 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если мы сможем набрать сразу же, вот прям хоть час, 2500 лайков, я даю вам свое слово, то что сразу же выйдет следующая серия Assassin's Creed или какое-то другое видео, да, потому что, ребята... Я скажу вам большое спасибо, если вы не поленитесь, это все же одна секунда. Поставьте лайк за одну секунду, ребят, за это я вам скажу реально большое спасибо. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Я всех люблю и уважаю и ценю. И также буду рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята. Это не так-то сложно, потратите на меня 2 секунды. Также заходите на мой сервер, ссылочка в описании, IP в описании. Заходите, играйте хоть целыми днями, я не буду против, ребята, потому что я буду играть вместе с вами. И я скажу большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, вы реальные молодцы. И также приходите на мой канал смотреть новые видео каждый день, потому что видео выходит каждый день. Я буду действительно очень сильно рад, если вы будете приходить, и буду рад вас видеть на просмотре очередного видео. Поэтому, ребята, я скажу вам еще раз спасибо большое. Еще раз большое спасибо, а не просто спасибо. Большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.